Если ты играешь не только в Майнкрафт, то у меня есть отличная новость. Мне подсказали один способ, как получить кучу игр на халяву, то есть реально бесплатно. Нужно всего лишь зайти на паблик ВК WTFKase и написать сообщение «Бот, дай ключ», и все, игра в кармане. И что самое приятное, тут легко можно получить топ-игру типа CS или PUB. Короче, вообще изи, топовый паблик, ссылка на него в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 465-я часть наших обзоров, и сегодня, ребята, мы снова посмотрим на один очередной новый мод для Майнкрафта, который вышел на последнюю версию нашего любимого Майнкрафта, который добавит нам одну очень интересную вещь. Это декоративная вещь, и мне кажется, она почти у каждого есть дома. Это тот самый шар со снегом внутри. Вы знаете, тот самый шар стеклянный, где есть какая-нибудь фигурка, обычно бывает это, и даже не знаю, Дед Мороз или еще что-нибудь, и потом вы его трясете, поворачиваете, не знаю, что-нибудь с ним делаете, и потом такой, типа, снег идет, падает, и типа, все очень круто. Фух, и наконец-то добавили это в Майнкрафт. Мы все так долго ждали шара со снегом в Майнкрафте. И наконец-то он здесь есть, и, ребята, он очень круто работает. Можно выбрать любую зону в Майнкрафте и запихнуть ее в этот маленький шар со снегом. И можно даже запихнуть туда мобов. Вы сейчас увидите, как это работает. Очень здорово сделано. Поэтому, ребята, надеюсь, вы поддержите это видео лайком. А если вы не поставите лайк, то... Я приду за вами. Ребята, что ж, как же это работает? Вам нужно скрафтить сначала две обычные, но не очень дешевые вещи. Есть такой, так называемый, Globe Creator. Крафтится он вот таким образом. Это 4 блока асфальта, 2 блока железа и 2 блока редстоуна. Вы получаете эту штуку. Теперь вам нужно скрафтить сам стеклянный шар, который делается вот таким образом. 5 стекла, 1 маяк, 1 блок железа, 2 блока асфальта. Фух. И теперь, ребята, то, что вы делаете, это выбираете зону, которую вы хотите запихнуть в этот шар. Давайте выберем вот эту вместе с этим деревом. И заодно проверим, переносятся ли цветочки в эту штуку. Смотрите, как это работает. Вы ставите, сначала ставите ваш Globe Creator где-то более-менее в зоне, которую вы хотите. Дальше вы ставите в него стекляшку. Вы можете видеть, вот она там внутри. И теперь вы кликаете правой мышкой и смотрите, что сейчас произойдет. Ребята, вы можете видеть, зона выделилась, которая у нас сейчас будет. Ой, я что-то не очень хорошо выбрал дерево, но смотрим, друзья, смотрим. Окей, готовы. Звук очень прикольный, как у микроволновки. Я обожаю микроволновки, они очень... Вот, что ж, где же у нас эта штука? Вот она у нас, и мы можем видеть уже даже в руке. У нас видно кусочек нашего мира. И мы можем это, конечно же, поставить вот таким вот образом. И да, цветочек перенесся, друзья. Вы можете видеть цветочек, вот он стоит здесь. И у нас забирается кусок из земли, конечно же. И дерево я немного обрезал, потому что я, ну не смог, друзья, ну не смог. Что ж, давайте тестить еще, потому что, кстати, это еще не все. Это можно вообще нафиг сломать. И у нас есть вот такая вот подставка отдельно. Вы можете, конечно же, вашу зону запихнуть в этот стеклянный шар и просто поставить его в вашем доме вот таким вот образом и наблюдать, смотреть, наслаждаться. Но... Есть вариант, что вы делаете Globe Stand, который делается из дофига асфальта, одного Redstone факела и одного блока железа, и вам понадобится 7 этих штук, и вы ставите эту штуку сюда и ставите на него ваш шар, и теперь он у вас летает в воздухе, но это еще не все, то есть вы можете нажать на него правую кнопку мыши и... Вы его потрясли, и идет снег, друзья. И он начинает крутиться по своей оси. Это офигенно. Мне кажется, это реально здорово. Очень маленькая вещь в Майнкрафте, но очень такая, не знаю, очень ламповая, милая вещь. Вот я бы такую у себя в моем доме Майнкрафта имел. Можем его раскручивать, как хотим. Можем его вот так вот сделать. И реально играться с этой штукой. И это кусок реально вашего мира. И давайте... Давайте тестить, друзья. Давайте тестить, например, мобов. Я хочу... лошадка, можешь подойти поближе к этому дереву? Потому что я хочу забрать вот это дерево и забрать тебя. Ну-ка, стоять. Лошадушка. Лошадушка. Вернись. Молодец. Ставим это сюда. Это сюда. Стоять. Ты что делаешь? А если я стоп... Ну да. Что происходит? Окей, вот оно. А вот этого вот я не знал. Смотрите, кто у нас там. Смотрите, кто у нас. Это я. Вот это я. Кстати, я этого реально не знал, что в этом моде можно так сделать. Это на самом деле я, и мой ник написан очень-очень маленько. Офигеть, ребят, это очень крутой мод. Мне очень он нравится. И давайте поставим на подставку. Ой. И раскрутим меня как следует. Ну,
не очень хорошо получилось. Ладно, неважно. Друзья, давайте еще попробуем некоторые места интересные. Time set day. И полетим. Я хочу забрать в шарик несколько мобов хотя бы. Давайте попробуем вот здесь. Не знаю, разбегутся они все или нет. Вот так. Вот так. Извините, тут у меня небольшой фейл. Это можно убрать. Только попробуйте двинуться. Как же круто это работает. А если я сделал вот так? Что произойдет, интересно. Так, дайте мне посмотреть. Вау. Смотрите, это я с двумя лошадками. И сам там что-то летаю в воздухе. Нифига. Офигенно, ребят. Офигенно работает. Давайте еще один сделаем. А, и для чего же я на этой карте, друзья? Потому что я хочу полететь к небоскребам и как-то протестить это на наших небоскребах, друзья. Посмотрим, как это будет работать. Не знаю, не знаю. Но мы увидим. Моя мини-игра здесь стоит, конечно. Я никогда не перезагружаю эту карту. Мне кажется, в итоге, после всех... О, тут какая-то ловушка у нас. После всех выпусков, которые я делаю на этой карте, то от нее просто ничего не останется. И я даже не знаю, как это попробовать здесь, потому что дома слишком высокие. Я просто хочу посмотреть, как это работает. Давайте попробуем поставить эту штуку куда-нибудь вот сюда. Попробуем поставить это вот сюда. И кликну правую кнопку мыши. Посмотрим, какая зона. Ну да, зона совсем маленькая. Получится странно, я вас уверяю. Или нет? Давайте посмотрим. Так, окей, спасибо. Что-то как-то быстро взлетел. Ну, да, выглядит странно, понятное дело, друзья, потому что... Ну, потому что это кусок большого здания. Нужно все-таки что-то... А, кстати, что будет, если сделать вот так? Например, сверху поставить стекляшку вот сюда. Кликаем. Давайте посмотрим. Как это будет выглядеть? Какой же фановый мод? На самом деле очень маленький, всего лишь добавляет вот это, но, блин, как же круто сделано. Автор вообще мало. Опачки, ну-ка. Дайте посмотреть. Дайте поглядеть, посмотреть. Поставь. Поставь, я сказал. Ага. Так. Что мы видим? Да, просто верхушку дерева и больше ничего. Друзья, я думаю, на этом мы закончим этот обзор. В принципе, мне больше вам нечего показывать. Дальше играйте с этим модом как хотите. Реально, делайте красивые декоративные штуки, украшения для вашего дома. Воу. Воу. Неплохо. И надеюсь, этот мод реально вам понравится. Я думаю, что этот мод просто реально не сможет помешать ни в какой сборке модов. Вы можете поставить его всегда. И пусть у вас будет этот стеклянный шар. Когда-нибудь вы его сделаете, и будет стоять он у вас дома в Майнкрафте. Очень красиво выглядеть. Поэтому, друзья, да, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. С вами был Кейн. И до новых встреч.